Дан старт третьей скачки. Призу в честь дня города Пятигорска. Пятый номер Галич остался на старте. Прием получился очень неравномерный, и вперед выходит Даки Олимп. И тут же рядом с ним полевой стороной Эль Оскар. Вдвоем они лидируют с большим преимуществом. Даки Олимп, Эль Оскар. На третьем месте Шахристан. 200 метров пройдено за 13 секунд. И тут же Flying Soul. Flying Soul выходит на третье место. Скачку повел Эль Оскар. Эль Оскар лидирует. На втором месте Даки Олимп. Они очень далеко оторвались от всех остальных. Бериш перекладывается на пятое место, но он очень далеко. Скачку ведет Эль Оскар, и его пытается контратаковать по бробке Даки Олимп. На третье место вышел тем временем Стар Арчи. Выход на финишную прямую. Даки Олимп и Эль Оскар продолжают идти в борьбе. 500 метров пройдено за 31,2 секунды. Даки Олимп вновь выходит вперед. Эль Оскар полевой стороной. Далее большая группа лошадей пытается подъехать, но они очень далеко. Продолжает лидировать Даки Олимп. И вновь его атакует Эль Оскар, номер шестой. Борьба между ними. Похоже, что Эль Оскар выходит вперед. Эль Оскар повел скачку перед трибунами. Бросок делает Бериш. Впереди идет Эль Оскар. Эль Оскар выигрывает третью скачку. Бериш выходит на второе. Даки Олимп и Стар Арчи в борьбе за третье. Далее Flying Soul, знатный Eclipse, King Circle, и замыкает скачку